Ой, мои дорогие, у нас дождь так и не закончился. Время доходит 5:30. Дождь льет, 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 но стало немного меньше. Так, надо закрыть шторы. Света дневного все равно уже не предвидится. А я пойду до Жени. Так, телефон возьму с собой. Так, так. Где, господи, карман это у меня, господи, где? Так, не мимо хоть выронила. Пойду до Женечки. Ну, классно в одном подъезде жить. Так, я выходила сегодня на улицу только вынести мусор. Обещала вымыть посуду, но вообще ни на что не стоит, просто. Так ее обмыла, ну, мусор вынесла. Все, это единственное, что я сделала. Так. Так, ключи. А я пойду в тапках, да? А что я? Пойду в тапках. Моет. Каждый день моет в подъезде, поэтому... Дома не чище, чем в подъезде. Дома даже грязнее. Дома я каждый день не мою. А учитывая то, что сейчас народу мало в доме живет, и все практически ездят на лифте, лесенки-то чистые, но они аж блестят. Льет дождь, льет. Отключайся. Женечкина оранжерея. Цветы, цветы. Я сначала такая галерея, думаю. Женя поправила меня. Оранжерея. Лилии, вот мои любимые. Огромные. Розы практически с человеческий рост. Ай, роскошные. Ой, какие. Брать можно? Брать можно? Это мамины, как можно брать? Такой Андрюша, блин, все готов раздать. Все. Брать можно, говорит. У Андрюхи тапки. Но забирать нельзя. Ну и конечно, я не буду забирать. Не буду. Приятного аппетита, дорогой. Женькино новое зеркало. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Так клево, Женька, жить в одном подъезде, а? Вообще поднялась. Тебя можно показывать? Да. Вот. Ой. Котик, 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 Маргоша. Ма, подожди, Маргоша у моей Иринки, а это просто Маргарита. Как ее зовут? Маргарита. Маргарита. Марго. Мастер и Маргарита. Это кошка. Женькина любовь. Yes. У них такая счастливая встреча. Женя ее нашла. А, она тебя сама нашла. Она нашла, не дала мне пройти. Тебе вкусно, Андрюша? Угу. Ну, конечно. Ты маленький чумазик? Я нам тортик купил. У меня тоже дома есть торт. Посмотри, она. Тортик, яйца. Ну, ты хозяйственная женщина. Что купила? Покажи. А в пакете? Два пакета? Не-не, это там после занятий. Туалет. И там, между прочим, сделаны кокульки. Кстати, не пахнет, Женя. Вообще кошка не воняет никогда. Вообще, Женя, дома исключительно. Дома пахнет цветами, лилиями. Я зашла, обалденный аромат. Обалденный. Господи, как я люблю лилии, а? Как я люблю лилии. Это королевские цветы. Это вот как называется, Женя? Вот эти вот. Это маленькие гвоздички. А я держала этого котика на руках. Держала. Так, ты видишь?
Чай, кофе? Хочу. Могу даже воду. Могу сделать вкусный чай с лимоном, да. С гвоздикой. Тебе там нечего делать, да? Делать вкусный чай. Не, а ты что хочешь, кофе или чай? Ну, я бы кофе выпила. Смотри, Женька, под дождь попали. Ой, дождь льет, да. Так они знают, что дождь льет. Дождь льет. Макароны. Ну, это видно, что... Вы кто с Мурей, получается, я видела на занятиях? А там у нее на, как типа, дюплекс на высоком этаже, на последнем. И мы думали, нас снесет. Моя попа! Женя с сыном ездили в Тосмур на занятия фортепиано. Маленький играл на пианино. И, они... И ты тоже играла? Ну, он 20 минут занимается, а я оставшуюся 40 минут. Ну, час, короче. Женька, на все руки от слуги. Каймак, несквик. Ну, видно, что вот прям мама-мама. Ветчина, ему сыр. Все для тебе, сына. Тебе салями. Поняли только мы вдвоем. Это поняли только. Тихо. Какие малышки? Поняла. Это которые мы видели в кафе, да, познакомились. Ага. Ой, как будто они нас слышат. Там тем более вот комната еще. А там. Я слышу. Ну еще. Так мы, конечно, ржем стоим, ой, рядом стоим. Андрюша с аппетитом ест мороженое. Да, только по чуть-чуть, ладно? Он так вот с удовольствием облизывал. Смотри, какой мальчик красивый. Ты хочешь что-нибудь, каймак? Нет, нет. Каймак очень хорошо на завтрак, обалденно просто. Обсмотреть дом хочу. Сань, так вы были, по-моему, нет? Не, я не был. Ты у меня не был, что ли? Иди, я тебе дам ключ. Иди. На. Вот этим открывай. Эти я. Ты сможешь, ты большой мальчик, иди. Третья квартира. Иди. Да ладно, ты что? А что? Да правда, что ли? Иди. Я уже один раз не вытащил. Ну и что? Какие проблемы? Нет, Женя, я снимала мукбанг, ты нажралась, как сука, и напилась тоже. Слушай, я не знаю. Вот Андрюша сейчас ест и вызывает у тебя аппетит. А когда ты это снимаешь на камеру, когда вызываешь аппетит у многих людей, то это называется мукбанг. Это значение этого слова. Ты чё, блин? Я ещё заебалась, она уже холодная. Чё, ты заболеть хочешь? Длинные реснички. Давай, не балуйся. Садись, доедай. Андрюха, ты что-нибудь вчера запомнил из того, что ты смотрел про флаги? Сейчас будет смотреть, да? Нет! Какие флаги между собой похожи? Франция. С чем? С каким флагом? С Россией. С Россией, да. А еще флаг похож Китай и Турция между собой. Швейцария и Финляндия. Чего? Ой, какие молодцы. Какие молодцы. Париж. А, это искусственные цветы? Выглядят как настоящие. Реально? Вот, там про... Да ничем не пахнут. А мне розочка еще подарили. Можно посмотреть? Да. Сейчас я включу и не будешь. Розочки с лавандой? Ой, какая красота. Какая красота. У Жени тоже окна. Что такая огромная? Ноги огромные. Ну, что, я же большая. Ну, как, смотри. А ты такой мелкий. Мы-то взрослые уже. Тебе сколько? 6,5, мне 39. А какая я должна быть? А ну, давай посмотрим. Давай. Конечно, огромная. А вот еще один. Где? А, этот арома эти. Блядь, уже мусор косметики. Ой, ёб твою мать, целая коробка. Огромная коробка. Женя, ну это просто не серьезно.
косметики умотаться просто. Которую я не пользуюсь толком. А Женька, тебе повезло то, что естественная красота. Естественная красота это многое значит. А кошка где? Я не чувствую, что пахнет. Ну-ка, розы. Какие розы огромные, посмотрите. Они были маленькие, получается, как раскрылись. Да. Но видно было, что розы хорошие. Вообще обалденные. Просто, просто обалденные. Ты что, будешь что-то готовить? Ну, я сейчас мясо поставлю. А тебе готовить надо. Я так-то семья, дом. Вот все элементарное просто. Просто вот достал из подложки, положил. Я так же готовлю. Так же готовлю, получается очень да, вкусно. Да, просто бедрышки очищенные. Мне конечно. Жень, я просто рыбу кладу вот так вот и сбалыш базар. Вот на противень маслом оливковым и убрала в этот шкаф. У меня оливковое масло закончилось. Нет, уже, Жень, закончилось. Надо пойти купить. Я забыла. У меня тут... А, у тебя вот у тебя такое есть. У меня вообще никакого нет сейчас. Вообще, кроме как налить, помню, на как хозяйственная женщина. У нее, посмотри, везде вопросы на английском языке. Женя занимается изучением. Андрюша? Ну, Андрюша, как всегда, в своем репертуаре, у зеркала. Люди будут знать, сколько у тебя зубов во рту скоро. Сколько у тебя зубов? Наверное, 28? 32 там взрослых? Да. Ему не удаляли ни одной? Ну, у него выпал вот уже два раза. Зай, не надо, все, иди. Ну, ты же маленький. Иди руки мой. Ну, мальчик, он и есть мальчик. Андрей, раз. Все, Женя. Ты посмотри, раз, Женя. Вот сразу же. Отчет начал. Воспитательный момент. Так, вот чай кофе будем? Хоть что. Я буду хоть что. Нет, что хочешь? Давай кофе. Кофе, да? Да. Кофе. Андрюша такой говорил, мам, понюхай торт, мам, понюхай торт. Он всегда что-то хорошее увидит, что-то красивое. Всегда с мамой делится этими эмоциями. Это всегда. Иди включай себе мультики. Зай, не лази в этих штанах. По... И вообще, знаешь, с ребенком в этом отношении повезло. Всегда. Мама подойдет, поцелует. Ну, правда, нервы тоже такой. Нервомотатель такой еще тот. Ну, как все дети. Жень, какое зеркало красивое. Это кошка прыгает. Да, я почти ее догнал. Какое зеркало красивое. Ага, а то у нас свободы нет, Женя. Женька, обалденное зеркало. А ты знаешь... Ты видела эти все детали? Сама, лошадь. Я еще... Вообще... Как мозаика. Фокусируйся, пожалуйста, телефон. Фокусируйся. А что это символизирует? Мама, мне надо еще написать. Сама мудрость, лошадь, не помню. Мама, мне надо еще написать. Напишешь? Что ты написаешь? Там всякие, они играют, машины, разбивают, там газели, всякие железные тачки. Давай, может, про космос посмотрим? Нет. Давай. Нет. Про планеты. Не надо. Я с тобой в космосе. Не хочу. Ну, залей, как интересно. Да, будем увлекательно путешествовать в космос. Точно английский. Короче, мои любимые. Чао, крошки. Я в гостях. Нам некогда. Мы пьем кофе, болтаем, обнимаем вас. Пока.